Это Unity. Срочно желтый сундук. Ребят, но новый аутфит в конце игры. Что? А, это деньги только? Нет, блин. Подожди. Там бонусы в конце игры дают, я понял. Привет, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Unity. Это финальная часть, которая сейчас будет. И 28-я серия. Всем приятного просмотра и... Меня перебивают. Давай помогаем. Спасибо, если ты в крови. Ну, он выжил, ладно. Нефт. Я почти его понял. Высшее существо. Может, прочитай тут? Робеспьер — это последнее звено цепи, ведущих к Жермену. Дискредитируйте его, сделайте уязвимым, выманите великого мастера. Блин, сколько же зацепок до него надо, мы что, не знаем, как он выглядит. Это понятно, в какой серии было 13-й, что ли, который даже назвал Жермен, и я, блин, не предполагал, что это главный злодей. Даже несмотря на то, что там было написано, что он тамплиер, но... Блин, вот вообще неожиданно. Я вообще-то заговорился, в общем, давай. И как обычно, тут самая большая сложность. А, кстати, да, и игру финалит сестра, так что да, я вот сижу только вот тут рядом с микрофоном, буду свои глупые комментарии оставлять и наблюдать. Чё ты напугаешься, ты у меня врезался, а? Намеки на хоррор в конце. Хо-хох. Ну ладно, начинай. Да, начинаешь. Звук без эффектов был. Пляски, у них война закончилась наконец-то. Che succede? Robespierre, hai indetto per oggi la festa dell'essere supremo, un omaggio alle virtù della nazione e ai doveri dei suoi cittadini. Mi suona familiare, chissà perché. Quanto alla dottrina templare, è una libera interpretazione. Non ci avvicineremo mai a lui in mezzo al caos. Meglio ritirarci e aspettare un'altra occasione. Pensi ancora come un assassino. Stavolta ho un piano. Oh, e quale sarebbe? No, он... Pensa come un templare. Non voglio un assassino. Ah, точно, его же изгнали. Ну и все равно в душе то он ассасин. Magnifico! Credevo fossimo tutti dei razionalisti. Che cosa hai in mente? Cielo, viva Robespierre! Viva! Viva la libertà! Figuriamoci se questo essere supremo non è Robespierre. Un ridicolo spoggio di pompa! О, щит. Справа. Подожди. И adesso? Робеспьер è inattaccabile. Ha mezza guardia con sé, non riusciremo mai ad avvicinarci a lui. È ciò che ho detto. Ma non è popolare come un tempo. Le pene, il culto dell'essere supremo. Se riusciamo a screditarlo, sarà nostro. Uno spettacolo pubblico è l'occasione ideale. Esatto. Se lo dipingiamo come un pazzo, il suo potere si scioglierà come neve al sole. Ma servono prove schiaccianti. Forse so da dove iniziare. Tu vieni. Ci vediamo dopo. Anch'io ho qualcosa da fare. Altrettanto degno ai tuoi occhi.
Egli ha visto la tirannia, il delitto e l'inganno regnare sulla terra. In questo momento vede un intero... Sistemiamoli! Что? Кю-кю. Ну, все. Перезапускай. Давай. Да быстрее перезапусти, реально. А, нет, чё, зачем это сейчас? Я голый перспектива. О, пройди, 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 он уже состоит. Да. О, если... Ой, ё-моё. Какой ужас. А, тут можно? Смотри. Стой, туда нельзя, туда нельзя. Видишь, okay. Синий зон. Я помню, как про красный. Да, я тоже про красный. Но я сейчас увидел и сейчас понял, что... Вот давай сделаем вид, что копаем. Ой, да подожди чуть-чуть. Чё, хочешь в них? Да. А так близко с ними разве можно? А, наверное, у тебя подействовало. Может и нет, не факт. О. Мы абсолютно. Vediamo. Prove incriminanti. Prove incriminanti. Luna non può esistere tra книга. Книги. Извиняюсь. Зачем? Ну такая из них. Да, здесь никто не видит. Да. Видишь, абсолютно беспалевно там. Сеньор Робеспьер. Ricordate di non anteporre le vostre ambizioni personali alla grande opera che vi attende. Non agiamo per la nostra gloria, ma per plasmare il mondo a immagine di Demolé. Germain. Я же сказал, что мы боремся за мир. Ну там бы написано. Кто не считал? Alle 5 del mattino risuonerà una chiamata generale in tutta Parigi. Al segnale ogni cittadino, uomo o donna che sia, dovrà immediatamente adornare la propria casa con gli amati colori della libertà, sventolando la bandiera o abbellendo la dimora con ghirlande di fiori o di fronde. Да против чего они воюют? Так я не понял. Serve qualcosa di meglio. Революция. Таен, Бурдон, tutti deputati della convenzione nazionale. Liste di nomi di politici scritte a mano da un uomo che adora mandare i suoi rivali sulla ghigliottina. Sì, fanno al caso mio. А все, мы нашли то, что нам нужно. Смотри-ка. Там забор. Куда ты идешь? А, тебе надо вывести из строя сигнальный колокол один. Нет, тут она сильно. Но я имею в виду, он через забор не прилезет. Я не увижу. Дядя, я хочу с вами драться. Andiamo, forza, ma devo scaricare. Вот копт. О, все, концовочка. Так.
О, песик. А вот и здесь. О, пёс. О, котик. Ну что ж, ребят, спасибо, что смотрели. На этом и заканчивается наше прохождение Assassin's Creed Unity. Стой, там Эф. А, ну если ты хотел помочь, то извиняюсь. Это твоя коронная. Купил? Надо бомбу бросить. Бэ! Я знаю, куда идти. Нет. Курица прыгает здесь. Да, тут курица. Где там бляшка? Наверху где-то. Курица бляшка? Да ладно. А колокол вещества? Ma dove va? Fermo, stronzo! Фига, не Да нет, это те обычно, которые против нас всегда были. А? Колка. Когда надо снять. Ну, там снаружи, по правде, еще один есть. Там где-то? Просто тут написано, выведите из строя. Давай уже это сделаем. Раз финал. Где тут Колка? Не, он снаружи, с другой стороны. Там прямо тут. Там прямо тут. Тот, я сказал, не тут. Не, не прямо здесь. Я тебя спрашиваю. Ну, я имею в виду здесь. Слева. Это не лево, вон там где-то было. Не знаю, вот так лево. Он в той зоне увидел, когда мы убегали. Ну, может, я ошибаюсь. Тут только этот видел. Может быть, кстати. Кстати, может быть. Я не знаю, если подействует как... Вот. О, смотри, да. Даже за рамками. Ну, все, продолжаем бежать до Элизы. Не буду бежать. Если тут ну, если успеем. А она такая сейчас. Арно, ты красавчик. Много красивее рачку. Боже мой. Она нас узнает. Una lunga lista. Circa 50 nomi di membri della convenzione. Tutti scritti da Robespierre e tutti di oppositori. Immagino che quei signori saranno lieti di sapere che sono sulla lista. Ma prima... Il signor Robespierre si è portato il suo rinfresco. Distrai le guardie, ho un'idea. Distraggo le guardie? Bene. Да, легко. Easy. Ничего сложного. Кстати, он отличный превью мне сейчас создал. О, бля, ты сейчас как мне это сделать? Ладно, а че? Так его надо отвлечь, не убить. А хотя... Что там в середине? Он не умеет двойные делать или умеет? А, мне кажется, не умеет.
так не научился. Ну, мы его не обновили, конечно, может, и смог бы он. Да! А, точно, мы сделали. Surrender! Ой, Лиза убегает. Где Лиза? Там. Нормально. Ну, все просто. Сбежать теперь Лиза будет стоять здесь, как своя. Ну, ты его пресендовал как ассасина, Лиза. Вот тебе. Лиза, пожалуйста. Фастом, фастом отсюда, убегай вообще. Убегай, 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 убегай. Убегай, убегай. На самом деле. Какой раз. О, F, можно? Нет. А, нет, нельзя. Блин, жалко. О, клёво. Давай быстро прятаться и искать где. Я-то пытаюсь. Куда ты мне полез? Ладно, не слышу. О, миссию можно выполнить. Врача вас вызывали с заданием в приложении компаньоне. Нам же нужен врач, вон. Алис, как тебе понравилось, как мы привыкли все сразу? Теперь за нами гоняется вся стража Парижа. Я представляю, она отвыкнет стражу, она закончится, Эдсо убегает, все сразу. Эдсо? Да, Эдсо. Теперь и ты. Купи одну аптечку, я же потратил. Может, навык ему сделан? У нас 15 штук. Я знаю, что... Здоровье? А, вот. Ну, да. Здоровье. Окей. Ну, я как ты, чё, дурацкий? Эй, Лиз, как тебе? Да, к ней невозможно подойти иначе. Предстают ужасно. Segale cornuta. Causa allucinazioni. Sembrerà pazzo dalle gare. Facciamolo apparire anche pericoloso. La lista dei nomi. Deve finire nelle mani giuste in modo anonimo. Se ci dovessero scoprire, Germain fuggirà. Lascia che ci pensi io. Interessante, in quale gioco они играют. Tornato nel nulla, questo mostro che lo spirito dei re aveva richiamato sulla Francia. Vieni qui, ti schiaccio come una patata! Provano a bandirla per regnare sulla terra con il solo mezzo del crimine. Блин, интересно, там прям кто-то стоит. А как подойти, если у тебя нет этой способности? Ну, мне кажется, все бы сделали эту способность уже до конца, но вдруг... Mentre migliaia vanno alla ghigliottina. Se Danton fosse ancora vivo, gli si spezzerebbe il cuore. А, сзади, подойди к нему, сзади. Sarà un mostro, ma il comitato è dalla sua parte. У него рука растягивается, как у Луфи. Он как он подложил. Просто стоять рядом с ними можно. Нет, не бегу, они меня заметят. Лучше убегу. Стой, там зона. Я знаю, она в движку. Она вот там. Дам! Мы ему тоже дадим письмецо. Это Майкл Джексон еще один. Смотри на него. Что делает? Ну ладно, ждать. А, больше не будет. Или будет? Не, по идее, должно быть.
Uomo, chiunque tu sia, recupera ora la stima di te stesso. Не очень близко. Condotta inadatta, io? Ma chi si crede di essere Robespierre? Oh, сейчас увидишь. Un ladruncolo! Accidenti! Per la miseria, cosa hanno rubato? L'essere supremo non è solo... Слышь, о чем говорит? Voi che siete stati maltrattati, risollevate le vostre teste, levate di nuovo gli occhi al cielo senza paura. Налево? Справа быстро, видишь? Я нет. Или вообще там, в центре. Nulla che dipenda dalla fortuna o dalla malvagità altrui. Нужен попод, но боюсь, что это будет далеко. Блин, мы похожи на рисовый этот. На рисовое зерно мы похожи. Че за флаги, кстати? За какие страны флаги? Ardenti ostinati nella nostra furia contro i tiranni, imperturbabili davanti. Scappi via! E perché? Voglio solo staccarti la testa! Gentile da poco. Guarda come si favoleggia. Il culto dell'essere supremo. Signore, proprio un bies? Sentire proprio un bies. E se questo rabbenderà la mano, ma non è credo. Perché se crede di esserlo, non mi può più. Это было просто, но долго. Prima di tutto, di cui i nostri nemici vogliono privare la Repubblica. La saggezza sola può rinsaldare la prosperità degli imperi. Lei. Una lista dei nemici della rivoluzione? Ci sono 50 nomi. Robespierre ha esagerato ora. La volpe è già nel pollaio. Povere galline. E ora? Aspettiamo, non ci vorrà molto. Se Robespierre perderà l'appoggio del popolo, non sarà più utile a Germain. E quando lo abbandonerà? Sarà vulnerabile. Andiamo. Так заканчивается первое воспоминание. Прикольно. Ну ладно, продолжим в следующей серии, а пока что спасибо тебе за просмотр большое. Хорошего тебе настроения, удачи и пока. Пока.